Всем привет, дорогие друзья, с вами Марс, мы продолжаем проходить Sleeping Dogs. Мы направляемся на миссию полиции. Сел записывать с самого утра, поэтому если буду чуть-чуть спать, вы не обращайте внимания. Ибо работа не позволяет записывать вечером, как обычно. Куда это мы приехали? А, опять на склад. К нашей подруге. Зачем ты это делаешь? Прекрати. Что на этот раз? Напомню вам, в прошлой миссии полиции мы задержали крупного наркоторговца по кличке Поп-звезда. I'm glad you're here. What do you know about the underground racing circuit? Well, they drive fast, occasionally they crash into something. Yeah, and occasionally they end up killing each other. Well, that's manslaughter at best. But these last couple of files don't feel like manslaughter to me. It's got more of a deliberate feel to it. You want me to check it out? Yeah. Get into the circuit and see what you can find out. All right. See you. Проще говоря, теперь поработаем немножко в стиле форсажа. Это забавно. Да, конечно, отправить. Чё вы тут цепочку создали, я смотрю. Так, Эйс, это друг одного друга. Большая шишка на гонках. Хорошо. Yeah. I'm Wei. Wei Shen. You up for a race? Yeah, sure. Long as you don't mind losing. Идет. Значит, гонки. Это интересно. Если бы мне еще дали, конечно, тачанку мою. Ого! Тут даже кое-что покруче есть. Нифига себе. Тогда, пожалуй, да. На такой я погоняю. Как она себя поведет-то на дороге? Нормально. Давайте испытывать новую машинку, потому что на ней у нас сейчас будет гонка. Хотя я не помню, чтобы тут гонки были какими-то особо, сука, сложными. А, да, водитель от бога. Но тем не менее, все-таки это гонка, которая требует хоть какой-то Ну такие, это мои машины, в принципе, такие. Как-то там кун. Как-то там. Короче, неважно. Но у меня хорошая мотайка. По скорости я должен их делать, в принципе. Не обращайте внимания. А их вообще реально убирать? Пошел в жопу. Давай, пацан. Следующий. Скотина. Пошел вон. Но это только 19%. У меня еще, в принципе, есть все шансы. Да иди ты нахер, ну! Запарил уже.
Не знаю, чувствую поражение на самом деле. Хотя если буду сейчас чисто ездить, то будет все нормально. Но чисто ездить это не про меня. Ну давайте, ребят, ну сбавьте вы же скорость, ну. Так, третье место, хорошо. А тут догонялка есть или нет? Сейчас проверим. Просто когда двигаешься в воздушном потоке другой машины, движок работает не в ущерб. Сука, да он меня по скорости просто делает, и все. О, какой красавец. Как они это сделали? Вот вопрос. А, пошел вон. Так, мы тебя по внешнему кругу будем делать. Но как же ж, сука... Иди в жопу. Блин, а этого не достал. Блин, 72% гонки, ебё мать. Как вас догонять, скоты? Машина у меня не лучше, чем их. Они меня по скорости догоняют. И чё теперь? О! Ну-ну-ну-ну-ну! Да! Пошли в жопу, я свою победу никому не отдам. Yes! Yes! Вот это была гоночка. Вот это да. Вот это на ошибке я отыгрался. Good win. Lucky for you, those Amars kept getting in the way. One in a million shot. You want a rematch? Yeah, sure. I'll take you. When you're ready for the big time, let me know. Everybody knows I'm the best driver in the city. Ты? Everyone. Oh yeah? I'll take you down too, hotshot. Just as soon as my car is fixed. Окей. Вот этот. Ну, школьник, что ты будешь делать? Ну, тачка у него хорошая, в принципе, дорогая. Так, есть еще миссии? Все, 10-й уровень, верно? Ну, тогда вкидываем последнее очко. У меня еще 2 статуэтки есть. Тиффани, Вэй, нужна помощь. Я понял. Погнали. Нет, не нефритовую статуэтку.
Вот. Как видите, я убрал музыку, ну, по возможности ее не будет, потому что правообладатели придираются за контент. Это довольно-таки странно, потому что вот на обычные песни у них вообще никаких претензий, а на ссаные колокольчики, которые там периодически поигрывают, они заявляют свои права. Я решил выключить всю музыку, потому что она не только в машине играет, а и в процессе игры. Надеюсь, будет не очень плохо это все. Посмотрим, в принципе, звук перестал глючить, и то хорошо. Че, мы приехали? Да, судя по всему, да. Запарковался. You okay? No, I'm in big trouble. I really need your help, please. What's wrong? It's this. A gun. Пушка. Yes. Charlie made me carry it in my purse for him. He didn't want the cops to find it, so he made me take it. And now he's gone, and I don't know what to do with it. Charlie, he's one of Dog Eyes' people, right? Yes, and you took over, right? So in a way, the gun is yours too. You'll take it, won't you? Sure, I'll take it. That's it? That's your big problem. Yes. Thank you so much, Wei. Okay. I knew I was right to trust you. Don't worry, Tiffany. I'll take care of it. Thanks, Wei. You're the greatest. Допустим. Пушка в подарок. Окей. Звоните Реймонду. Реймонд, ёп. Hello? Raymond, I got something. What is it? Something for ballistics. A weapon belonging to one of Dog Eye's men. Do you know Charlie Pang? Wait, how did you get Charlie Pang's gun? Never mind. Can you use it? Alright, meet me. I'm on my way. Хорошо, давайте-ка сгоняем. Спросим у товарища. Как бы можно было эту пушку использовать против людей псиного глаза? Может, кого-то из них даже посадим? Почему нет? О, господи. Не, машина мне не нравится, честно. Нет, моя машина нравится намного больше. Не знаю, почему эта миссия отмечена как миссия за триады. Это ж вроде как полицейское задание. Ну ладно, сейчас проверим. Нет, звук все еще глючит. Это странно. Andrew? What are you doing here? Where's Raymond? This is something I wanted to handle personally, Wei. Do you have Charlie Pang's gun? Yeah. I'm sure you've noticed that guns are something of a rarity in Hong Kong. Not like in the States. This particular gun is quite important. So who's the dead guy? I was hoping you'd help me with that, actually. Officer Shen? Take up a firing position. Не понял. Okay, you ready? Да. All right, listen. It's simple. We'll have to recreate the fight. You think you can rip me off?
Whoa, hang on, let's just talk about this. Fuck you. Let's go. Damn it. First he was in cover behind the barricade. Get down behind that barrier. Good. I want you to put some bullets in a few things. Хорошо. Good. By now, the van must have appeared on the scene. Что это, блядь, за цирк раков? Как-то он не очень then быстро стреляет. Shooting at the guys over there. Я ж против голову стреляю, не? Но пистолет такое. Не очень удобное оружие. Firing shots from the passenger window. But he couldn't get a clean shot, so he pushed forward. One more thing. He would have tried to get away, but Charlie disabled the car. Ah, по шинам. Окей. Так-то он уже никуда не уедет, я думаю. Your weapon, officer. Good firing, Way. А что это было вообще? What are you doing? I told you he wasn't important. Now he is. He's going to help us nail Charlie Pang. It's for the greater good, Way. You understand? I don't think I do, sir. Way, I know who you are. You're just like me. You do what must be done. Local PD is on their way. You should go. Странный ты, Пендрю. Очень собака странный. Ну ладно, в принципе, и так сойдет. Ой, чё произошло-то? Блять, как на этом говне ездить? Не, вы чё издеваетесь? Пожалуйста, дайте мне машину. Любую. Ну как я на этом говне буду ездить? Ну вы чё издеваетесь? Иди нахер. Ссаный мопед дали. Ладно, давайте пробовать уходить. Уж как могу. Куда бы тут
срыгнуть от них. Инспектор Тен. Ну хорошо, давайте на еще одно задание заняем. Расплата. Ча, пацаны. Сейчас я сначала вот с ними разберусь. Эй, ты, сука. Как ты мог промазать, Вэй? Ты что такое делаешь? Прекрати. Немедленно прекрати. Блин, а чё вас так много? Господа хорошие, вы чё? Человек прогиб, ёпт. Наверное, по шлему довольно больно бить кулаками-то. Чё вы, педики? А тут у нас камера, да? Хорошо, давайте взломаем камеру. Ну. Взломаем камеру, говорю. Вот. Девять, восемь, семь, шесть. Угу. Хорошо. Значит, тут пускай будет семь. Тут пускай будет восемь. Тут пускай будет девять. Тут пускай будет пять. Восемь угадал. Тогда сюда поставим девятку. Сюда поставим семерку. Сюда поставим четверку. Хорошо, тут у нас, значит, 7. Сюда 3. Все. Готово. А что за миссия-то? Нефритовая статуэтка, расплата. Дело сорвиголовы. О, подождите-ка. Это ж гонки. Да давайте на гонки поедем, чё. А, это не то? Окей, значит, что-то провтыкал. Зря шлем выкинул, вай. Зря. А, у тебя новый есть. Ну, в принципе, мотик не такой уж и плохой, но... Черт его дери. Как я не люблю эти мопеды. Это капец. Просто капец. Едь, блядь, не раздражай меня. Вон тут парковка по пути. Да в жопу его.
Здорово. Кьон Кань. You go enjoy yourself. Смотри, что умею. Не против, да? Ну ладно. А, уже приехал. Ну окей. То есть... Вот так это делается, да? Окей, я думал будет гонка. У меня новая униформа. Забавно. Я думаю, это последняя миссия будет на сегодня. Блин, а ехать далеко. Ну ничего. Это все-таки часть игры, часть атмосферы. Город-то красивый. Вот мы, собственно, и приехали. Почему бы и нет? Это не то, что в мафии по 5 километров. Блин. Здоровый нахуй. Вот его машинка стоит. You can't be serious. Are you trying to insult me? That car is crap. Let me fix my car up, then I'll take you. Easy. Fine. It's your funeral. Окей. Что мне надо сделать? Not much. You? How's your dad? Oh, блин. I told you. I got something to take care of first, all right? You coming out soon? I'll tell you about it later. Pick you up in the corner? Where are you? Ah, got it. Ну что, теперь мы сможем за ним таки проследить. Oh, I see. Опять же слежка, опять же копу под прикрытием надо это все делать, потому что почему бы и нет? Он ведь типа ничем больше не занимается. Да ёпта, ты чё такой, сука, медленный? Second, huh? I still own it. Hey, you know this guy Wei Shin? Supposed to be Sun On Yi. Every time I turn around, that guy shows up. And usually the cops aren't far behind. Started racing the other day, talking tough. You think he's a rat? More on the cover. They had a problem with that a little while back. You think they kill a cop and the police just go away? Sun On Yi's in trouble if he is. I'm 18K, what do I care? But if I was you, I wouldn't let them see you do anything and walk away. This town is full of morons, Naz. It's up to me to put them into place. Yeah? Why? Punk by the name of Ace, talking a lot of trash. Now the fool actually wants to race. No accounting for people's intelligence these days. You gonna take him out? Uh-huh. Motherfucker won't know what hit him. Tell people he's gonna take me down? What?
Don't worry. Erases me, they'll be scraping him off the pavement in sticky little pieces. Looks like you have little choice, huh? Короче, я понял. Но вот меня только напрягает то, откуда они, мать его, знают, что Вэй все-таки коп под прикрытием. Как они так просто догадываются? Not yet. Hey, one other thing. Hotshot and his friend Naz suspect I'm a cop. Naz Singh, the drug smuggler? You know him? Yeah, I know him. He's an informant for HKPD. He's the one that put us on to Hotshot in the first place. Fucking guy is playing both sides of the game. You want me to tell him to shut up? No. I agreed to help you, Inspector, but not if it gets me killed. Do everything you can to keep my cover intact. I'll deal with Naz myself. All right, Wei. All right. For now, let me know if you find out anything about that race. Принято. Теперь осталось только вернуть фургон на место. Понятно, откуда он знает. Просто сучка работает на две стороны. И на Сануни, или на это, 18К, и на полицию. Ну, полиция, он стучит. Придется с ним разобраться. И по возможности по-быстрому. Я думаю, нам дадут такую возможность. Новая униформа, забавно. Теперь зато скоро сможем порешать проблемы и с сорвиголовой. С этим гонщиком местным. Да еб... О, на мать. Эй-эй-эй. Чё это? Уже серьезно, что ли? Не, ну, я понимаю, конечно, что все очень плохо и такие дела. Но, блядь, как это понимать? Вернитесь в фургон, сейчас, секундочку. Подожди. Сейчас вернусь. У меня есть просто один способ. Ну чё, как работает? Да чё-то пока не особо. Иди в жопу. Не мешай мне фургон разворачивать. Давай, давай. Все, это победа. Да вылазь, 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 нам больше эта тачка не нужна. Повезло мне просто, как не знаю кому. Ну ладно. Теперь я думаю, мы таки доедем на место. А нахер было копать посреди города, сука, яму? Я понимаю, у вас там слишком глубокий слой асфальта укладывается, но... Сука, посреди города, яму, бля. Может, у них просто такие технологии укладки асфальта? Почему нет? Но моя машинка все еще дожидается меня. Это хорошо. Окей.
вроде как все. Всем спасибо за просмотр, с вами был Марс. До новых видео, всем пока, подписывайтесь на канал, ставьте лайки. До новых видео.